Обычный будний день обернулся для жителей Заречья настоящим праздником. Во дворе домов по Университетской улице состоялось торжественное открытие новой детской площадки. Современный игровой комплекс возвели взамен устаревшего по инициативе местных жителей и при поддержке окружных депутатов-единороссов. Здорово, что есть возможность, да, такие площадки обновлять. Что говорить детям, сами знаете, им... В восторге, они рады. Да, они, в принципе, готовы были на старый играть, но, конечно, когда они увидели новую, естественно, внимание приковано, и они дольше хотят гулять, проводить время на свежем воздухе, поэтому, конечно, инициатива такая классная. Радостное событие отметили с размахом. Танцевальные мастер-классы и вокальные номера от творческих коллективов культурно-досугового центра «Заречье», веселые игры вместе со сказочными персонажами и дружное поедание мороженого. Праздник объединил взрослых и детей всего поселка. С радостным событием жителей поздравил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Пусть дети ваши будут счастливы, пусть они играют, развиваются, приобретают здесь новых друзей на этой детской площадке. Мы все с вами прошли через такое детство, когда именно во дворе появлялись новые друзья, знакомства, а потом всю свою жизнь мы эти отношения сохраняли и дружили, и сейчас продолжаем дружить. Комплекс «Заречье» уже седьмая площадка, открывшаяся в этом году в рамках губернаторской программы по развитию комфортной городской среды. Площадка оборудована яркими архитектурными формами, скамейками, урнами и освещением. Современное резиновое покрытие максимально защищает детей от травм. Новые игровые и спортивные элементы пришлись по душе юным жителям. Мне очень нравится то, что открыли эту площадку. Я тренирую брата, чтобы он был сильнее. Я рад то, что можно взять, например, тут подтягиваться. С друзьями можно будет тут погулять все время. Ну, больше нового, чем было на предыдущей. Тут, типа, карусель, качалка новая. Ну, это реально интересно. Новый игровой комплекс, без сомнения, станет центром притяжения для детей, подростков и молодежи в Заречье. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, Виктор Николаев, телеканал «Одинцово».